Международный театральный фестиваль «Беловежа» откроет занавес в Бресте 8 сентября в 27-й раз. За период своей сценической истории форум стал визитной карточкой нашего пограничного города. Принял творческие коллективы из более 50 стран мира, и число гостей с каждым годом растет. Накануне открытия сценического марафона состоялась пресс-конференция, на которой координаторы «Беловежи» приоткрыли завесу тайны предстоящего феста. Мы ждем наши 28 театров, которые к нам приедут из разных стран, из 9 стран. Вот. Вообще, как бы за всю бытность фестиваля показано более 600 спектаклей из 60 стран. В этом году приедет к нам 9 стран. Мы очень рады, что у наших гостей и участников фестиваля получается приехать на наш фестиваль и порадовать нашего брестского зрителя. На одну сентябрьскую неделю Брест станет центром театральной жизни. Программу форума в этом году составят 28 спектаклей от 20 театральных коллективов. Это драматические и кукольные постановки из 9 стран – Азербайджана и Армении, Белоруссии и Болгарии, Дании и Казахстана, России, Словении и Узбекистана. Трудность одна – всегда выбрать что-то интересное и лучшее, потому что заявок поступает очень много. И отобрать с этого изобилия заявок, чтобы удивить и разнообразить программу, всегда сложно. Всегда хочется все показать, всех пригласить, но мы должны, как экспертный совет, определить лучших. Как и в прошлые годы, программа обещает быть насыщенной. Ее откроет Национальный академический драматический театр имени Максима Горького со спектаклем «Граф Монте-Кристо». Несмотря на то, что в программе преобладают драматические и кукольные постановки, без экспериментов взыскательные брестские театралы не останутся. Постоянные зрители «Беловежи» знают, что язык подачи в спектакле не главное. Восторг и эйфорию дарят атмосфера, игра актера, формат и подача спектакля. Я не побоюсь сказать, что это один из таких ведущих фестивалей нашей страны. И судя по тому, сколько театров, сколько коллективов театральных участвует сегодня в нашем 27-м фестивале, их 28, на протяжении с 8 по 16 сентября будут показывать на 4 площадках нашего города. Кстати, на 5 языках будут идти спектакли. Это можно говорить, что этот фестиваль имеет свое огромное значение. Фестиваль имеет, я не побоюсь сказать, своего дальнейшего будущего, своего развития. Ну и как вы отметили, действительно, этот фестиваль любят, ждут наши брещане. Не только брещане, но и гости нашего города, и люди приезжают из других регионов. Поэтому данный фестиваль имеет огромное значение для нашей республики. Приобрести билеты на фестиваль «Беловежа» можно в кассе драматического театра, а также на электронной площадке «Квитки.Бай».